Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс, и вы попали на мое новое классное видео. Мы вместе с Артемом находимся на заправочке, машинку залили бензина, собираемся ехать на Бухский каньон. Вас ждет неделя просто улетного контента, потому что каждый день мы будем снимать очень крутой материал, много интересных есть идей, и мы будем воплощать это в жизнь. Есть мотивация, настроение. Какие у тебя ожидания от сегодняшней поездки? У меня ожидания круто сегодня потренироваться, мы взяли много смены одежды, потому что там будет очень много прыжков над водой. Я надеюсь, мы с Алексом сегодня не искупаемся, но челленджи будет много классных, но там, в принципе, вся тренировка будет на природе, я люблю прыгать по скалам, в лесу где-то. В общем, видос будет пушечный, нереально насыщенный, нам ехать 2,5 часа. Мы уже закупились едой и готовы выезжать. Присаживайтесь поудобнее, наслаждайтесь этим крутым видосом. Я недавно сильно травмировался и проверяю свое тело на способность сегодня прыгать. Мы уже добрались до нашей локации, переоделись и идем сейчас на первое место, где начнем нашу тренировку, наши прыжки. Здесь очень много интересных локаций. Надеюсь, мы сегодня все успеем обходить и все показать вам. Наше первое место, куда мы пришли тренироваться, это вот такой вот монумент. Здесь раньше был Сталин, но поскольку мы в Украине, декоммунизация, все дела, головы у него нема. Сейчас будем здесь, на этом спотике, думать разные прикольные связки. Пока Артем готовит себе трассу, мы с вами немного поразминаемся тоже и поделаем пару прыжочков. Готов бежать? Конечно. Теперь моя очередь делать свою трассу. Много мелких шагов сделал, все херово. Давай еще раз. На улице нереально жарко. Вы даже себе не представляете. Посмотрите, я весь мокрый, красный. Это очень жестко. Напоследок Артем делает вот этот вот прыжочек отсюда сюда. И мы идем дальше. Теперь мы все-таки перемещаемся поближе к нашему карьеру и идем на водопад. Знаешь, что было бы классно, если бы там на водопаде был прыжок с одной стороны на другую? Я стану водопадом. Посмотрите, какая красота. Здесь очень красиво начинается карьер. У нас длинный путь в ту сторону. А сейчас мы здесь, и как вы видите, есть некоторые прыжочки. Я нашел очень балдежный прыжок туда, прям над водопадом. Он большой, очень не хочется упасть, поскольку тут камни. Я думаю, сейчас попробуем. Это было на грани прям. Стремно, да? Я прыгнул его на максимум, и это было на грани. На грани, на максимум. Я почувствовал, как я чуть-чуть. То есть еще чуть-чуть, и ты бы улетел головой в водопад. Да, да. Я пришел прямо носками на самый-самый край. Алекс, я прыгал с места вообще. Мне бы была жопа. Я пришел прямо на краешек сюда, на носочки. После нашего чуть ли не провала на этом прыжке, мы идем осматривать заброшенное здание, которое находится на другой стороне. Через какие же кущи мы вот это пробираемся, чтобы попасть на вот это место? Единственное, что у нас есть на этой заброшке, это вот такие вот штучки, как в игре «Принц Персии» и тому подобное. Заброшка абсолютно никакая, там ничего нет, поэтому мы идем дальше. Совсем скоро на моем канале выйдет очень интересное видео с челленджами по волл-рану. Не пропускайте их, подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые крутые видосы. Взяли бахнуть квасика и идем дальше. Мы практически добрались до нашей локации. Смотрите, какая прикольная штука. Нам сказали, что всю эту штуку строили каскадеры, снимали здесь какой-то фильм. Если вы где-нибудь видели кадр именно с этой локации, то, пожалуйста, скиньте фильм, хочется посмотреть. Вы спросите, а нахрена мы это делаем? Я вам отвечу, без понятия. Мы как бы справились с этим челленджем, на наших лицах должна быть радость, но вот ты чувствуешь какие-то эмоции? Я не понимаю, зачем мы это сделали. Локация крутая, но просто ты не понимаешь, как ее правильно использовать. Может, понизу что-то можно поделать.
контент на миллион. Это контент на миллион. Да, здесь она завязана, к сожалению. После этой локации вы понимаете, что я прекрасный каскадер. Если кто-то из вас снимает фильм или клип, то обязательно зовите меня. Я всегда не против за любой движ, но платный. Посмотрите, насколько атмосферное, красивое место. Выбирайтесь на природу, друзья. Этого стоит. Пока еще теплые дни, пока еще лето, осень. А ведь не так-то много их и осталось, этих теплых дней. Наша последняя локация на сегодня — это заброшечка. Сейчас я вам ее покажу. Гляньте на цю малыху. Это наша финальная локация. Кстати говоря, я вижу здесь прыжочки над водой. Главное не упасть в воду. Со стороны, на самом деле, выглядит просто огромнейшим. Надо залезть, реально чекнуть. Посмотрите, какие они огромные. Я очень доволен, что я их сделал. Единственное, что неприятно, это то, что ты не понимаешь, что здесь под водой находится. Потому что здесь может быть вообще не быть глубины. И если неправильно как-то приземлиться, упасть, то очень может быть неприятно. Нравятся разные интересные челленджи над водой, как мы прыгаем. Обязательно ставь 5000 лайков, и тогда мы сразу же с Артемом идем и снимаем следующий видос над водой. Артем предложил залезть по этой стенке. Она очень высокая, и Артем предложил подсадить друг друга. Ну, разнообразие будет весело, да. Кого-то мы посаживаем, а тот, кто же сверху, просто свешивает ногу или руку, и мы друг друга поднимаем. Вариантов других у нас не особо есть, потому что обходить очень долго и непонятно как, потому что все заросло, нигде ничего не видно, поэтому по стенке. Ага, а рюкзак? Я ищу обходной путь, потому что Артема я страховал, пока он забирался на стену, и он никак бы не свалился в воду. Я же остался один, и рисковать лишний раз упасть в воду не хотелось бы. Так что иду обходным путем. Вау. Смотри, тут какие-то трубы, что-то это, мне кажется, была какая-то водонапорная станция. А я вижу строение, по которому можно залезть туда, на второй этаж, а со второго вылезти на крышу уже туда. Мы на самой крыше заброшки. Забрались. Очень красивое, крутое место. Давно такой фигней не страдали. Аккуратно, аккуратно. Ударился? Что случилось? Я неудачно выпрыгнул и локтем ударился. Больно, зараза. Что случилось? А, сейчас, сейчас, сейчас. Я не знаю как, мы просто уставшие нереально. Я становлюсь, и Галик прям... Ой-ой-ой-ой. Фак. Живой, нет, нормально. Нет, нормально, она не сломана, но... Вывих? Да. Поздирал себе руку, ударил локоть, ударил мизинец. Все у Артема просто. Галик вывернутый. И все это за сегодняшний день. Чтобы вы понимали, нас даже здесь узнали местные, только что на заброшечке. Во, слышите? И сейчас идем к машине, потому что дело близится к ночи, а ехать ночью по херовым дорогам очень не хочется. Очень надежная лестница.
Я очень надеюсь, что вам зашло и понравилось такое путешествие вместе со мной и Артемом. Напишите нам об этом в комментариях, если это так. И мы будем стараться делать такое чаще, выезжать куда-то. Кстати говоря, анонсирую под конец ролика. Если вы досмотрели до этого момента, то вы просто красавцы. Мы совершенно скоро с Артемом отправляемся куда? Друзья, в Днепр. Поэтому, если вы из Днепра, ждите нас там. Мы будем на всех местных спотах, паркур-площадках. И это будет очень мощно. Да? У нас уже вообще нету сил еще добираться домой. Но мы очень довольны. Поддержите нас и обязательно подпишитесь еще на канал Артема, потому что у него там тоже вышел видос с этого классного места. Прекраснейшее, красивейшее место. Пока-пока. Мы уже дошли к машине, переоделись и сейчас будем выдвигаться домой. К сожалению, в темноту, потому что уже закат практически прошел. Я надеюсь, вам понравился такой видос. И если это так, то не забывай ставить большой палец вверх, подписываться на мой канал и обязательно писать положительный комментарий. Ведь только так и понимаю, нравится вам такой контент или нет. С вами был Алекс. Артем, подписывайтесь на его канал, у него еще крутые видосы. Йо. Всем удачи, всем пока! Пау.